Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, мои хорошие! Давайте продолжим читать сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Наш герой, маленький мальчик, жил на крошечной планете, где у него только и было, что три вулкана ростом ему по колено и роза, которую он полюбил. Только роза была так горда и обидчива, так капризна и всем недовольна, что маленький принц с ней просто измучился. Тогда он решил оставить свой дом и отправиться в далекое странствие. Он посетил несколько планет, познакомился с королем, дельцом, честолюбцем, фонарщиком, географом. По совету последнего малыш отправился на планету Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 311 миллионов честолюбцев и того около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех 6 континентах приходилось держать целую армию фонарщиков – 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии, потом в Африке и в Европе, затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего 2 раза в год. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуете им сделать точный расчет. Им это понравится. Они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику, это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке
шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это планету я попал?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как! А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая». Маленький принц сел и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся?» — задумчиво сказал он. «Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Смотри, вот моя планета, прямо над нами. Но как до нее далеко?» «Красивая планета», — сказала змея. «А что ты будешь делать здесь, на Земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. «А-а-а, вот оно что!» И оба умолкли. «А где же люди?» — вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное ты существо», — сказал он, — «не толще пальца». «Но могущество у меня больше, чем в пальце короля», — возразила змея. Маленький принц улыбнулся. «Ну разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь». «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль», — сказала змея. И обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всех, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой они вышли», — сказала она. «Но ты чист. Явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь». «Я могу, я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», — сказала змея. И оба умолкли. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», — сказал маленький принц. «Здравствуй», — отвечал цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. «Люди? Ах, да, их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней. Это очень неудобно». «Прощай», — сказал маленький принц. «Прощай», — сказал цветок. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. «Добрый день!» – отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» – спросил он, пораженный. «Мы розы!» – отвечали розы. «Вот как!»
промолвил маленький принц и почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же цветов в одном только саду. Как бы она рассердилась, если бы увидела их, подумал маленький принц. Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал, я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза да три вулкана ростом мне по колено. И то один из них потух и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег в траву и заплакал. Друзья, нам вновь придется прервать чтение на самом интересном месте. Потому что время передачи подошло к концу. Но не расстраивайтесь, завтра мы вновь с вами встретимся и узнаем, что еще произошло с маленьким принцем на планете Земля. До встречи. Ангела вам, хранителя, мои хорошие.